родилась примерно года два назад на фестивале кофе. Собственно, я увидел кучу кофе-поинтов с разными сортами кофе, с разными обжарками. Увидел кучу барист, и мне подумалось, что это достаточно доступная профессия для человека в инвалидной коляске. Кетеринг строится на том, что мероприятия обслуживают только люди с инвалидностью, ведут бизнес, открывают ИП на себя люди с инвалидностью, и все работает. Есть какой-то план, что ты будешь делать с этим дальше? Ну, если будет какая-то возможность зарабатывать этим денежку какую-то, это будет, конечно, очень здорово. Если нет, то просто для себя, для друзей, для родных варить кофе тоже будет круто. Если еще удастся запартнериться с каким-нибудь банком, то получится довольно интересный кейс для людей с инвалидностью, которые, а, смогут трудоустроиться, б, открыть свой прибыльный бизнес и быть востребованы на рынке труда. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.